чем ниже спускаемся, тем становится теплее. В горах очень холодно. Такой стылый ледяной холод. Альпы, одним словом. Чувствую запах паленых своих тормозов. Электричка, чем знаменательна, если перетормозить задними тормозами, мотоцикл настолько тяжел, что задние тормоза могут провалиться. Поэтому приходится их экономить и подтормаживать мотором. Иначе спуск может окончится очень быстро.